Открытие нового дитячего стоматологического отделения промерковали до 80-годия Гомельской области. Причем то, что эта подея отбылась именно у Новобелинском районе города, не выпадковость. Сегодня тут будуются новые микрорайоны, в связи с чем количество населения постоянно увеличивается. У открытой установы есть одразу несколько плюсов. Детям тут будут оказываться все основные виды стоматологической допомоги. А прича того, это доступность и, как выник, улучшение якости медицинских послуг. Уменьшается очередность попасть к врачу. 16 тысяч детей закреплены за этим учреждением здравоохранения и с сегодняшнего дня будут посещать это уютное заведение. Здесь будут оказаны все три вида стоматологической помощи. Это терапевтическая, хирургическая и ортодонтическая. Для выключения чергов у детячем стоматологическом отделении предупредили несколько способов записи до врача. Раз интернет те регистратуру, альбо по телефоне, а причатого с уликом специфики установы набыли телевизор. Для маленьких пациентов планируется транслировать мультфильмы. У перспективе тут может заявиться так самый невеликий детячий куток. Когда придется криху почекать, непоседливых пациентов треба нечем занять. Различено новое отделение на 70 наведываний за одну смену. Новое детячее стоматологическое отделение находится у перепрофилированном помешкание. Это первый поверх жилого дома, але при этом оно отповедает усим санитарным потребованиям. Для проведения работ потребовалось около 60 тысяч рублей. Это как бюджетные сродки, так и сродки, заробленные самими медицинскими установами города при оказании платных послуг. Стоматологи, представники, махчима, одной медицинской специальности, послугами яких користаются все люди, починаючи с самого народжения. Зубные феи увогуле раюць больш часто звертаться до их за консультацией и допомогой, а так само не гребуюць правилами гигиены. При приеме у врача врач откорректирует гигиену полости рта и направит, как правильно чистить зубы, расскажет о средствах гигиены. Если дети, особенно в школе, берут с собой перекусы сладкие, это очень вредит зубам. Поэтому очень вредна сладкая пища, газированные напитки сладкие. Хотя бы после них нужно прополоснуть зубки, либо в идеале почистить. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».